Поехали. Здравствуйте. Добрый день. Я могу вам помочь? Вы видели этого мальчика? Я не могу вам помочь. Ну вы уж постарайтесь. Девушка, мы не разглашаем информацию о постояльцах. Ну вот вы нам уже и помогаете. Значит, он ваш постоялец? В каком номере живет подросток? Я не могу разглашать информацию. СОБР, полиция, следственный комитет. Вы хотите, чтобы мы все это вызвали сюда? По факту похищения подростка? Номер 2. По коридору направо. Ну вот и отлично. Никогда не надо себя недооценивать. Девушка, откройте, пожалуйста. Откройте дверь! Спокойно. Опаньки. Мария, кажется, есть работа. Имеется повреждение в левой половине грудной клетки, в пятом межреберье. 4,5 на 1 сантиметр. Предположительно причинено ножом. Сейчас зафиксируем. Думаешь, ножом? Да. Где ж пацан? Или сбежал, или... Типун тебе на язык. Кстати, а вот это что? Ну-ка. Какие-то вещи. Опаньки. Вот она. Вот эта шкатулка. Игорь Сергеевич, добрый вечер. Поздравляю. Ваша шкатулка найдена. Тяжело ночами работать, да? Есть немного. Целыми сутками сидите? Угу. Да иногда по несколько дней. О, ребята подошли. Пойдемте, покажу. Почему я не удивлена? Она что-нибудь видела? Говорит, что не видела. Врет? Нет. Может быть, поспала, ушами прохлопала. Говорит, что не спала, но тут она тоже врет. Да не спала я! Я вас умоляю. Знаете что? Если что-то вспомните серьезное, я вам оставлю здесь свою визитку.